Алексей, что происходит? Расскажи. Подойди. Ничего, собираем оборудование. Монтируем. Давайте поспрашивай, как расставить все. Так как акустического преобразователя в низкочастотной полосе звукового спектра. Может, Костя пойти поплясать? Чё, может, я тогда толкнул там, так скажем, что ряд авторов говорит о медико-биологическом воздействии и так далее. Да, определиться, откуда эти частоты берутся, что генератором этих частот может являться сейсмическая активность. И с целью ее вот наблюдения мы взяли еще два примера. Да, мы посмотрим. Да не из этого домена, мы посмотрим, в общем-то,